убеждение, что в России отсутствует зоозащитное законодательство как таковое. Пресловутая 245-я статья Уголовного кодекса находится в главе, которая защищает общественную нравственность. То есть, когда мы наказываем человека по 245-й статье УК, мы в первую очередь призываем его не травмировать нас, потому что мы считаем неприемлемым издеваться над собачкой, издеваться над кошечкой. Вот почему человек наказан, вот в чем общественная опасность его действий. А интересы самого животного, права, может быть, какие-то самого животного, здесь ни в коем случае. Привет, я хочу высказаться от представителей веган-сообщества города Владимира и сказать, что закон, который мы сейчас хотим продвинуть, это должен быть первый шаг к этичному отношению к животным во всех сферах нашей жизни. Начиная от ответственного отношения к домашним животным, к животным, которые находятся на меховых фабриках, которые страдают в цирках. Мы часто проводим зоозащитные акции узконаправленной тематики, такие как антицирк, антимех. Каждый год, уже, наверное, 3 или 4 года подряд мы проводим их в рамках также всероссийских кампаний, которые проводят организации ВИТА. Мы продвигаем петиции и также следуем примеру многих европейских стран, где уже под запретом находятся меховые фермы, тестирование. Добрые дела! Жизнь дана на добрые дела! Живому городу живые животные! Живому городу живые животные! Цивилизованной стране цивилизованное право! Цивилизованной стране цивилизованное право!